Флагман Redmi возвращается. Xiaomi готовит смартфон Redmi Pro 2 с 48-мегапиксельной камерой, сок Snapdragon 675 и ценой $290. Многие, наверное, еще помнят смартфон Xiaomi Redmi Pro, флагманскую модель линейку Redmi и одну из первых моделей Xiaomi со сдвоенной камерой. И вот сейчас, как пишет источник, компания готовится представить его преемника, Redmi Pro 2. Модель тоже получит выдающуюся камеру. Выдающуюся, по том, что в ней будет использоваться 48-мегапиксельный датчик. Да, Redmi Pro 2 является той самой моделью, изображение которой несколько дней тому назад опубликовал президент компании Бин Лин. С большой долей вероятности можно сказать, что датчик этот – Samsung S5 KDM1. Альтернативный вариант с таким же разрешением – Sony IMX586, который будет в Meizu 16S. Но Samsung S5 KDM1 не поддерживает оптическую стабилизацию и потому дешевле. А так как Redmi Pro 2 – это все же бюджетная модель, то наиболее вероятным вариантом для нее является именно датчик Samsung. Само собой, этот датчик не будет один. Xiaomi преподнесет Redmi Pro 2 как настоящий камерафон. Причем он тестируется компанией с августа. По ожиданиям, фото и видеовозможности этой модели будут сравнимы с возможностями модели Huawei P20 Pro. Что касается однокристальной платформы, то тут логика примерно такая же, как и с датчиком изображения. Snapdragon 845 модели линейки Redmi не положено, поэтому ждем Snapdragon 675, которая как раз поддерживает 48-мегапиксельные сенсоры. Также Redmi Pro 2 приписывают экран диагональю 6,21 дюйма разрешением 2340 на 1080 пикселей, а оформление фронтальной панели повторит оформление топовой модели Mi 8. Ожидается, что Redmi Pro 2 будет стоить около $290. При такой цене и позиционировании в качестве заправского камерафона, эта модель рискует повторить успех Pocophone F1. Собственно, на это Xiaomi явно и рассчитывают. Представить новинку должны в январе.